иглоукалывание, массаж, гуаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тайны китайских докторов». Мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская телеведущая, мое русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. Лана, Денис, я бы хотела задать вам вопрос. Когда говорите о заболеваниях КРАС, какие заболевания сразу приходят к вам на ум? Я сразу подумала о дальнозоркости и близорукости. Ну, заболевания глаз, например, какие-нибудь, как конъюнктивит, что-то такое. Действительно, имеется множество заболеваний, красных заболеваний. А сегодня мы будем говорить о дегенерации, старческой дегенерации желтого пятна. А скажите, пожалуйста, раньше вы слышали об этом? Нет, я о таком не слышала, о заболевании. И мне тоже не доводилось слышать о таком. Я тоже раньше никогда не слышала. А что за такой болезни? Давайте пригласим доктора Ван Цяди, который работает в отделении красных заболеваний Университета традиционной китайской медицины провинции Хэйлунцзян. Как и сказали ведущие, на самом деле многие и не знают о дегенерации желтого пятна. Желтое пятно – это глубинная часть сетчатки глаза, оно обеспечивает центральное зрение, в отличие от периферического, отвечает за его остроту. Именно наличие желтого пятна дает нам возможность читать, видеть мелкие детали и различать цвета. В возрасте 40-50 лет в человеческом организме происходят изменения, которые могут спровоцировать разрушение тканей сетчатки и, в частности, желтого тела, что ведет к ухудшению зрения вплоть до его потери. Это возрастная патология. Ее риск более 66 лет достигает 10% и значительно до 30% увеличивается после 75. Поэтому распространенное определение заболевания – возрастная дегенерация желтого пятна. Первый симптом, который проявляется, это непосредственное ухудшение остроты зрения. Хотя мы в первый раз слышим о такой заболевании, но на самом деле заболеваемость относительно высокая. Например, у нас в настоящее время в Китае происходит старение населения, а эта болезнь уже стала причиной, вызывающей слепоту. А связано ли это заболевание с полом и регионом проживания человека? Да, конечно, есть и связи. А знаете ли вы, что сейчас в развитых европейских странах эта болезнь уже занимает первое место среди болезней, которые могут привести к слепоте? Давайте узнаем у доктора. По результатам исследований, вероятность возникновения дегенерации больше у мужчин. Кроме того, если говорить о географическом факторе, то в Азии заболеваемость выше, чем в других уголках планеты. С возрастом также увеличивается вероятность возникновения дегенерации. Заболеваемость составляет 4-10% в возрасте менее 40 лет, а когда возраст достигает 50 лет и более, заболеваемость увеличивается до 10-20%. В возрасте старше 75 лет вероятность увеличивается до 50%. Так что возраст является одной из главных причин, вызывающих дегенерацию. Это называется старческая дегенерация желтого пятна. И получается, одним из главных факторов – это возраст. А какие еще факторы могут стать риском? Да, еще какие факторы? Посмотрим на экран. Посмотрите, какие факторы – курение, возраст, пол, недоедание, ожирение, происхождение, семейная история, длительное нахождение в непомещении под солнцем. Вот, прямо на экране несколько факторов. Ну, курение и возраст – это понятно. А и история семьи – это как наследственность, да? А почему ожирение еще может вызывать болезни глаз? Да, это очень хороший вопрос, Лана. Это слишком профессиональный. Я не могу прямо тебе отвечать. Давайте послушаем доктора. На сегодняшний день ученые составили ряд факторов, под воздействием которых увеличивается риск развития данного заболевания. Одной из основных причин развития дегенерации желтого пятна является возраст. Сегодня именно возрастная дистрофия желтого пятна является самой распространенной причиной снижения уровня остроты зрения у людей, которые старше 60 лет. Очень редко происходит заболевание у маленьких детей. Второй фактор – это наследственность. Диагноз врожденной дистрофии желтого пятна может быть поставлен у людей, которые имеют близких родственников, ранее страдавших от данного заболевания. Также причиной может быть лишний вес и курение. По результатам исследований, случаев заболевания среди курильщиков аж в 60 раз больше, чем у некурящих.
Спровоцировать начало повреждения сетчатки глаза может и негативное воздействие солнечного света, или иначе говоря, ультрафиолетовых лучей. Многим пожилым людям неудобно ехать в больницу. Угу. Есть какие-нибудь способы для самопроверки? Да, конечно, есть и очень простой и хороший способ. Давайте сначала посмотрим на экран. Посмотрите, это сетка. Ну, сейчас во многих местах продается она. Она на самом деле не такая большая, просто в управой стороне, это просто, чтобы телезрители лучше рассмотреть. Но в процессе проверки тоже имеется множество нюансов, на что нужно обратить внимание. Давайте узнаем у доктора об этом. Сетка Амслера – это простой тест, который офтальмологи используют для оценки зрения и выявления этой патологии. Это изображение состоит из одинаковых вертикальных и горизонтальных параллельных прямых линий, а также точку посередине. Этот тест состоит в том, чтобы посмотреть на сетку на расстоянии около 40 сантиметров. Необходимо зафиксировать взгляд на центральной точке, попеременно закрывая каждый глаз, не оказывая давления. В результате человек с дегенерацией желтого пятна не видит прямые линии, а волнистые или деформированные, и даже некоторые линии могут вовсе отсутствовать. А центральная точка выглядит как пятно в середине квадрата. На самом деле у нас еще есть очень простой способ. А у нас дома есть дверные рамы, оконные рамы, имеющие прямую линию. А вы можете посмотреть на края, имеется ли искажение. Если есть, то нужно сразу обратиться к врачу. Это действительно очень хороший и простой способ. Да? Но если уже возникло заболевание, то какими методами можно его вылечить? И вот, значит, китайские лекарства и иглоукалывание помогут ли при таком заболевании? Давайте посмотрим на экран, какие способы. Во-первых, китайские травы. А как же лечится такая болезнь методами китайских трав? Давайте послушаем доктора. В западной медицине дегенерацию лечат в первую очередь медикаментозно. Вводятся препараты, которые препятствуют возникновению новых кровеносных сосудов. Таким образом, нельзя достичь хорошего эффекта. В традиционной китайской медицине применяется лечение на основе дифференциации симптомов и признаков. Всем известно, что печень тесно связана с глазами. Патологические изменения в глазах возникают из-за изменений функционирования печени. Кроме того, в традиционной китайской медицине считают, что почки являются основой жизни. Так вот, при возникновении недостаточности печени и почек у пациентов проявляются некоторые симптомы, такие как ломота и слабость в пояснице и коленях, головокружение и звон в ушах. А с возрастом при долговременной недостаточности печени и почек проявляется плохое качество сна и раздражение. В этом случае нужно принимать лекарства для подкрепления элемента инь в организме. В том числе лекарством выступают китайские травы. Мы считаем, что симбиоз западных и восточных методик дает наилучший результат. Давайте дальше посмотрим, что за другой способ. Иглоукалывание. Иглоукалывание? Это да. То есть размещать иглы прямо вокруг глаз? Это же, наверное, очень больно. Ну, это я тоже не профессиональная. Давайте посмотрим вместе в кабинете доктора. На самом деле, кроме принятия китайских трав, есть еще один эффективный способ лечения, который дополняет все остальные. Это традиционный китайский метод лечения – иглоукалывание. Иглоукалывание помогает регулировать инь и ян организма, а также рассеивать застой крови. Иглоукалывание осуществляется на специальных точках глаз, таких как точка Цзиньмин, точка Цуаньчжу, акупунктурная точка Сыджуку и другие. Это очень хорошо помогает стимулировать кровообращение вокруг глаз. Лечение осуществляется на основе анализа характера организма, и обычно мы делаем иглоукалывание на точках меридианов печени, а также меридианов желчного пузыря. Кроме того, при проблемах с селезенкой обычно осуществляется иглоукалывание на таких точках, как Цзу Сан Ли, пересечение трех инь, а также точка Тайчунь и другие. Давайте дальше посмотрим, что за другой способ. Гуаша называется. Ну, мне кажется, этот способ более приемлем, чем иглоукалывание. Не обязательно. А ты помнишь, что после гуаша остаются кровяные подтеки, как будто бы? Значит, и на лице останутся подтеки. А возникнет ли такая проблема? Давайте узнаем у доктора об этом. Для лечения заболеваний глаз мы также часто применяем гуаша. В предыдущей программе мы очень подробно рассказывали об этом виде китайского массажа. Напомним, что гуаша – это древний китайский вид массажа, который осуществляется при помощи специальных приспособлений. Так для массажа глаз используются пластины из рога быка.
Многие пациенты переживают за то, что вокруг глаз после гуаша могут остаться следы. Но это не так. Перед массажем на кожу наносят специальное средство, которое облегчает скольжение. Гуаша выполняется в определенной технике по акупунктурным точкам. Эффект от массажа очень нравится пациентам, а многие из них отмечают улучшение состояния. Ну а кроме лечения, на что еще нужно обращать внимание в повседневной жизни? Ну, мне кажется, курение противопоказано. Это один из факторов риска. Да, правильно. Мне кажется, что хорошая привычка к рациональному питанию, подходящие занятия спортом, это очень важно. Давайте узнаем у доктора об этом. Курение – это одна из причин возникновения и развития возрастной макулярной дегенерации, выяснили американские ученые в своем новом исследовании. Специалисты университета Висконсина в своей новой научной работе решили изучить взаимосвязь курения и развития дистрофии желтого пятна. В своем исследовании ученые проанализировали данные 5000 американцев и провели полный офтальмологический осмотр, включая снимки глазного дна. Контрольные данные собирались каждые 5 лет. Специалисты учитывали все факторы риска, такие как пол, наследственность, возраст, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, несбалансированное питание и многие другие. В исследовании принимали участие примерно 4500 человек. Так вот, по данным исследования, курение повысило риск развития болезни аж на 36%. Чрезмерное употребление табака при этом повышало риск развития дегенерации желтого пятна в раннем возрасте. Поэтому и мы настоятельно против курения при таком заболевании. А также мы рекомендуем избегать ультрафиолетовых лучей. Перед сном рекомендуется потребление небольшого количества вина для улучшения кровообращения, а также в рацион нужно включить шпинат и капусту, потому что они содержат большое количество хлорофиллов. Хорошо, давайте дальше посмотрим нашу группу ВКонтакте. Какие вопросы есть у телезрителей? Давайте посмотрим первый вопрос. Итак, первый вопрос. Я болею сахарным диабетом уже в течение нескольких лет. В последнее время плохо вижу. Не знаю, может быть, у меня возникла такая болезнь. Какие обследования мне пройти? Давайте послушаем доктора об этом. Наличие диабета является одним из самых значительных факторов риска развития заболеваний глаз или даже потери зрения. Одним из участков глаз, наиболее затрагиваемых диабетом, является макула, или иначе говоря, желтое пятно на сетчатке глаза, за счет которой мы и обладаем остротой зрения и способны видеть даже самые мельчайшие детали. Таким пациентам мы рекомендуем периодическое обследование глазного дна каждые 3-6 месяцев. При обнаружении патологических изменений глазного дна следует как можно раньше их идентифицировать и начать лечение. Давайте дальше посмотрим, что за второй вопрос. Есть ли хорошие рекомендации по продуктам, которые могут ослабить симптомы глазной болезни? Ну, это очень хороший вопрос, Алана. Давайте узнаем у доктора об этом. Нужно позаботиться о том, чтобы в диете оказалось как можно больше антиоксидантов или, иначе говоря, лютеинов. То есть это те продукты, которые имеют желтую окраску. Кукуруза, желтые помидоры, морковь. Помимо свойств антиоксиданта, лютеин выполняет дополнительную важную роль. Он работает как фильтр для защиты глаз от ультрафиолета. Исследования показали, что обогащение диеты зелеными овощами, такими как шпинат, брокколи или капуста, с высоким содержанием лютеина положительно влияет на остроту зрения. На этом наша сегодняшняя телепередача завершается. Если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте все вопросы там. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо. До свидания. До свидания. До новых встреч. Тайны китайских докторов.